«Час знакомств» – такое негласное название дали пензенцы, ставшему традиционным для нашего города празднику двора. Ведь пока звучат музыка и песни, жители многоэтажек не только смотрят и слушают выступления артистов, но и общаются между собой. Новые жильцы приезжают, конечно же, не знают. Мало общаются, все равно сейчас как-то молодежь более закрытая. Некоторые даже соседи не знают, а если такие будут мероприятия проходить, то люди будут больше общаться между собой. Знать друг друга, кто проживает в доме. Ничто не заменит живого воочию общения, когда вот здесь мы рядом, вместе, глаза в глаза, когда живая музыка. Это не сравнится ни с чем. Это всегда позитив, это всегда замечательное настроение. В какой бы двор ни приехали сотрудники городского центра хореографического искусства, самой легкой на подъем оказывается местная ребятня. Специально для этой аудитории в репертуар включаются детские, всем хорошо известные песни. Вот совсем недавно мы работали тоже в одном микрорайоне. У нас ребенок просто вырывал микрофон у солистки и пела вместе с ней все ее песни. Это было замечательно. У нас всегда игры, конкурсы, танцы, песни. Концертная эстафета, проходящая в рамках акции «Лето в городе», только набирает обороты. Приглашайте гостей, и праздник придет и в ваш двор.